Дорогие друзья, мы получаем много писем, из которых узнаем, что вы хотите послушать выступление композитора и баяниста Бориса Тихонова. В фондах телевидения сохранились записи этого музыканта, и сегодня мы с радостью предлагаем послушать часть из них. Борис Тихонов, вальс «Пушинка». Партию второго баяна исполняет сын композитора Борис Тихонов. Кадриль.
музыкальная картинка «Ярмарка». Thank you.
сейчас послушайте в обработке Бориса Тихонова две русские народные песни. «Ничто в полюшке не колышется» и «Я рассею свое горе».